Фамилия, имя, отчество. Я Каликенов Рамазан Серкалиевич. Число, место рождения. 09.05.97. Где я родился? Оренбургская область, Первомайский район, село Каменное. Воинская часть. 9600. Должность, звание. Водитель, ефрейтор. Водитель чего? БТР-82АМ. Командир БТР. Командир отделения был Магомедов Салман, старший сержант. А колонны? Командир роты был Сулейманов Салман. Звание? Старший лейтенант. Когда вы прорвались на территорию Украины? 24 числа. Время? Точно не знаю. День, ночь? Рассветало. Какая команда поступала от командира? Захват чего на территорию Украины? Цель ваша? Цели я не знаю. Казахи города Нур-Султана и города Алматы, прямо сейчас идите к посольствам Российской Федерации и стойте там бессрочно, пока Путин не прекратит войну, потому что российские казахи, отправляемые президентом Российской Федерации Путиным, умирают прямо сейчас, каждую минуту, там где-то в Украине, на войне, которая нам, казахам, абсолютно никуда не уперлась. Распространяйте это видео среди своих знакомых, сделайте хоть что-нибудь.